боях солдат. Видел много разного, никогда врагам солдат пяток не показывал. Разные дела совершил. Руки целы, ноги целы, голова цела. Здравия желаю, люди добрые! Пустите отдохнуть дорожного человека! Заходи, служивый! А нет ли у тебя, хозяюшка, перекусить чего? Ох, добрый человек! И сама сегодня еще ничего не ела. Нечего, родименький, нечего. Ну, нет так нет. Коли нет ничего, можно сварить кашу или из топора. Как так из топора кашу сварить? А вот как. Дай-ка котел. Ну, как? Скоро будет готово. Жаль, вот соли нет. Соль-то у меня есть. Посоли. Эх, хороша, ежели бы сюда да горсточку крупы. Бери, заправь как надобно. Ох, и каша хороша. Как бы сюда да чуток масла, был бы и вовсе объеденье. Ну, а теперь приступай. Ну, старуха, теперь подавай хлеба да принимайся за ложку. Станем кашу есть. Вот уж не думала, что из топора эдакую добрую кашу можно сварить. Служивый, когда ж топор будем есть? Топор? Да видишь, он не уварился. Где-нибудь на дороге доварю, да позавтракаю. Благодарствую за все.